Музыка из старого любимого кино стала главной темой на последнем концерте культурных сезонов в Александровском саду. Мелодии из «Жестокого романса», «Человек-амфибии», «Берегись автомобиля». Серию пятничных концертов на месте летней эстрады «Ракушка» завершил Нижегородский русский народный оркестр и певица Марина Степанова. Балалайки и домры – самые что ни на есть русские инструменты на берегу реки Волги звучали очень уместно. Исполнители порадовали слушателей качественным звучанием. Возможно, сказалось то, что это место и для оркестра, и для солистки является памятным. Возвращаемся к тем традициям, когда на этом месте, прекрасном месте, в те времена еще стояла так называемая ракушка, и были вечерние концерты, и проходили симфонические оркестры, концерты симфонического нашего оркестра. Ну и гости были за дирижерским пультом, и мне даже посчастливилось дирижировать в одном из этих концертов с симфоническим оркестром. Я пела здесь, я пела еще, она была побольше, эта ракушка, но место всегда было любимым, наверное, местом у нижегородцев, потому что Александровский сад, ну, это место, где вот хочется гулять, здесь не ездит транспорт, и поэтому очень приятно, что ракушка здесь вновь появилась. Я думаю, что нижегородцы, даже видно, что они это оценили и с удовольствием сюда приходят. В этот вечер площадка перед летней сценой была под завязку заполнена слушателями, ведь со сцены звучали любимые всеми композиции Исаака Дунаевского и Андрея Петрова, например, а напоследок я скажу и под лаской плюшевого пледа. Услышали прекрасную музыку, решили прийти. Здесь очень интересно, мы не знали, что здесь проходят такие вечера. Вот, здорово. Культуру надо любить первым делом. Когда мы не любим культуру, мы прежде всего не любим себя. А когда мы себя не любим, тогда, извините, так не должно быть в обществе. Чтобы создать теплую атмосферу, на каждом из четырех концертов культурных сезонов была проделана большая работа организаторов, группы компании «Столица Нижней» и проекта «Рождественская сторона». В день последнего концерта в этом году авторы идеи подвели итоги. Очень удачно, что нам практически весь сентябрь везло с погодой, мы попали на бархатное лето. Вот сегодня заключительный концерт, мы благодарны всем, кто принимал в этом участие. Это музыканты, это все партнеры. Я думаю, что это добрая традиция, которую в будущем году мы непременно постараемся вместе со «Столицей Нижней» воплотить вновь. И если это будет на постоянной основе, то будет замечательно. Мы хотели бы, чтобы возродилась эта прекрасная традиция. Мы надеемся, что это на этот раз будет огромный, как и прежде, прям практически летний театр для проведения масштабных акций, куда могут прийти и выступить и большие коллективы, и симфонические, и танцевальные, и народные. И все, что составляет славу сегодня нижегородского искусства, даже непрофессионального. Итак, в следующий раз услышать лучших исполнителей Нижнего Новгорода на месте культовой эстрады «Ракушка» нижегородцы смогут через год. А пока организаторы готовят для гостей новых культурных сезонов что-то новенькое, жители города наверняка успеют соскучиться по уютным пледам и хорошей музыке. Алексей Рожин, Екатерина Анисимова, Никита Вертлин, «Столица Нижней».